7 ДТП за 1 час, причем с участием машины, которая стоит на месте. Эти кадры сейчас активно обсуждают интернет-пользователи. В припаркованную иномарку поочередно врезаются несколько автомобилей, причем все по одному сценарию. Примечательно, что ни один из тех, кто зацепил машину, так и не вызвал инспекторов, чтобы оформить происшествие. Все водители уезжали дальше. Мнения пользователей о причинах ДТП разделились. Кто-то говорит, что, мол, хозяин сам виноват и так неудачно припарковал машину в гололедицу. Ну, а некоторые написали, что это был просто не его день. Скользко на дорогах сегодня будет и в столичном регионе. Днем обещают до 2 тепла, к вечеру -2. ГИБДД призывают быть особенно осторожными.